Всем привет, с вами Аплэксперт, и сегодня мы распакуем посылку, которую очень долго ждал. Это фигурка Стива Джобса, обошлась она мне примерно в $20 и приехала она из Гонконга. Как всегда, начнем с распаковки. Качество упаковки выше всяких похвал, то есть плотная бумага, также пакетик с пупырышками, ну и конечно же сама упаковка, в которой находится вся фигурка и ее составляющие части. Также все плотно заклеено скотчем, то есть чтобы ничего не выпало. Вот и сам Стив Джобс. Первое, что мы находим, это рука с белым айфоном, затем очочки, затем сам Стив Джобс в черной водолазке, синих джинсах и простеньких кедах, рука с черным айфоном и беленькое яблочко, которое служит подставкой для Стива Джобса. Кстати, вместо обычной надгрызной стороны мы видим контуры лица Стива Джобса. Давайте оденем Стиву Джобсу очки. Дужки надо будет поджать, так как они, увы, спадают. Огромный плюс также заключается в том, что имеется две руки, то есть одна с черным айфоном, а другая с белым. Так что вы сможете выбрать, например, по цвету вашего девайса. Теперь ставим в ранее упомянутую подставку. Крепится очень просто, а главное надежно. Теперь, как и обещал, взвесим саму фигурку. 165 граммов. Это без руки с белым айфоном, то есть стоит только с черным. Также наш Стив Джобс спокойно стоит и без подставки. Высота от подножки до макушки составляет 16 сантиметров. Трудно определить, из каких материалов сделана сама фигурка. Либо это очень твердый и качественный пластик, либо это глина, которая покрыта специальным покрытием. В принципе, это объясняет большой вес фигурки. Целых 165 граммов. Ну что ж, на этом наш обзор подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Купить эту фигурку вы можете по ссылке из описания на eBay. Примерная стоимость доставки обойдется в $20. Но это не деньги для тех, кто любит, уважает и помнит Стива Джобса. Подписывайтесь на канал, оценивайте, комментируйте. С вами был Apple Expert. Ждите новых видео. Пока!